которые проводятся и месяцы проводятся мэром и по поручению президента наведения порядка, мы, значит, провели с вами посадку деревьев. Эти деревья будут ознаменоваться как аллея спасателей для начала Минского городского управления, а с перспективы на будущее, может быть, даже всего Министерства чрезвычайной ситуации, если вопрос будет согласован с министром. Дело важное, дело нужное, дело очень доброе, потому что, я думаю, лет через 10-15 всегда будет здорово прийти и посмотреть, когда эти деревья будут большие, когда здесь можно будет погулять с детьми и подойти и сказать, вот это вот дерево, допустим, первое, второе, третье садил я. Наверное, важно, это дорого стоит. Поэтому всех вас поздравляю еще раз с этим событием. Оно важно, торжественно, не забывайте про это. Ну, и я считаю, что на этом останавливаться мы достигнутым не будем. В следующем году, либо еще, наша аллея будет только становиться больше, красивее, ну и, думаю, деревья будут добавляться. Поэтому в следующем году приглашаем всех с детьми, с супругами, чтобы это уже было такое более семейное мероприятие. И, я же говорю, будем расширять нашу аллею. Спасибо. Ну, я чуть-чуть, если можно, добавлю. Ну, во-первых, каждый уже посадил дерево, да? Кто не родил сына, того еще есть перспектива. Ну, и дом построить осталось совсем чуть-чуть. То есть начало положено. Правильно Сергей Данович говорит, что это должно стать местом, где будут проходить торжественные мероприятия Минского городского управления, где можно будет делать присягу, где вручать какие-то звания и так далее. Но за этим местом, конечно же, надо взять такое шефство, да, и помогать. Это, вот, поговорить с девчатами, которые тут зеленстроя, они там где-то подпилить надо, где-то что-то подкрасить. И сразу же надо планировать эту работу в течение года. Какие-то субботники, плановые, внеплановые, на этой территории.